По контейнерным площадкам, пожалуйста. Да. Я услышала, что деньги в этом году будут выделяться, и те, кто имеет такое желание, могут подавать свои заявки и участвовать в конкурсе. Нет, но сколько будем... это средств? Да. Деньги выделены, они не будут выделяться. Выделено в бюджете Красноярского края на 2021 год 200 миллионов на контейнерные площадки и на баки. Плюс 25 миллионов выделено на контейнерные площадки для садоводческих организаций. То есть это наша была инициатива депутатская, нашего комитета. Спасибо министерству поддержали, а губернатор одобрил. Вот. Но сейчас при корректировке бюджета мы видим, что не хватает денег. Мы еще 75 миллионов будет выделено на эти цели. Но заявка будет подаваться до 7 апреля, то есть фактически до завтрашнего дня. То есть и те, кто подал заявки, получат деньги на эти цели. А много активных вообще территорий? Все территории активны. Всем нужны баки, площадки и всем нужны деньги из края. Ну, прозвучало, что город Назарово, в частности, такую заявку не сформировал. Я не могу сказать об этом. Если прозвучало, я не буду не доверять министерству, которые сказали, что такой заявки нет. Надеюсь, она в ближайшее время появится. Просто есть ошибка муниципалитетов, которые подавали заявки в прошлом году. То есть они, город Назарово, я помню, точно выигрывал, но учитывая, что деньги были сняты в интересах пандемии, то есть сейчас новое правило, по новому порядку нужно снова подавать заявки. Я уверен, что сформируют эту заявку.